Вообще женщина является очень важным для всего, для всех нас. Почему? Потому что многие из женщин уже являются матерями, другие же станут матерями в будущем. И поэтому я хотел бы пожелать всем женщинам счастья, потому что если они будут счастливы, то будут счастливы их дети. И поэтому я хотел бы особенно поздравить всех женщин в этот замечательный праздник, вот в сегодняшний замечательный праздник. Назо хироди парашен визион дисе дела юн сегресе юн чемол юн лайд газна дела тенне ансе папа е. Не то папа ранче папа. Не сансен папа санче папа ти сан ганга юн чемба сан латин чемле ти. Е танда юн се аден житен ки мале пуга чия ки чема да мале да тед пе жане ти сан ле пе юн се аден пе ке чембу ча гересе. Чема. Чема. Пуга чия саге ама да море за и на это тебе пежане. Пежане. Ён чемба сан лада. Жисе ланчен ланчен сан жора. Жисе ки нирам папа чун. Ланчен ки санчу сам. Ланчен. Ну санде папа чун баде се. Нису рансе папа жисе. Родин лаву рес. Это да ён се это пекя чембу ресра. И в контексте, то есть в буддизме мы изучаем обширные или большие тексты, и часто в этих текстах говорится о четырех видах благородных сыновей или четырех видах благородных сыновей. Это благородные или святые шраваки, благородные или святые пратикабодды, благородные или святые бодхисаттвы и благородные или святые Будды, то есть Арья Будды. Таким образом, когда мы говорим об этих сыновьях, они тоже появляются, они появляются в нашем мире и подобно тому, использую это как пример, хотя они не рождаются напрямую от матери, то есть в этом смысле не появляются от матери в этом смысле, но использую это как пример. Мы можем сказать, что точно так же, как дети появляются у матери, они появляются здесь также. То есть из знания основ появляются шраваки и пратикабудды, из знания путей появляются бодхисаттвы. И шишины не твече, ламшины чансимче. Шишиги не то да, ранчининга. Не то да, ламшиги. Ламшиги чансимче. Чансимче самба, ламшила дене. Да, ламшин санже баба. То мы не чинда санже баба, да ламшин тунья резе, я на то кучан бензе лаяжи. Чора, я тебе дичье гумаре там. И из всеведения, то есть всеведение является основой для возникновения Будды, то есть таким образом рождение и появление этих четырех видов сыновей, благих сыновей, благородных сыновей подобных. Джиндеминга дала собе гуанта, ниче чем вот чай, кечем вот ти, но там маши сяты, пекечем вот мати не гитату ян, да ты могу его рисовать, всякий могу чем я сирата. И для того, чтобы достичь полного пробуждения, для того, чтобы достичь всеведения, то есть состояние Будды необходимо прежде. Всем слышно? Спасибо. Для того, чтобы достичь всеведения, необходимо зародить бодхичитту. Бодхичитту можно зародить несколькими способами. Одним из них является способ зарождения бодхичитты посредством шести причин и седьмого результата. То есть, и первой из этих шести причин является постижение того, что все живые существа прежде являлись нашими матерями. Сямбада цева тома сянце нанеде, ама чаде ретинзанза, пенен замбелини хидеи на канги тоне, мате мисегене, нанекарин чембуин бате, туджанда хако каджи, чаде ресела.
И любые живые существа, когда они появляются в этом мире, когда они рождаются, принимают рождение, с самого начала своей жизни они окружены любовью, любовью своих отца и матери. То есть они постигают, что такое любовь и сострадание от своих родителей, в особенности от матери. И таким образом мать является очень особенной в этом отношении, и очень важно с самого начала понимать это. И я не буду продолжать, то есть я не буду развивать эту тему, потому что у нас сегодня еще очень много материала, который необходимо пройти. Вчера мы остановились на пятом восхвалении, и до этого, то есть на восхвалении учителей Лама Цункапы, до этого, непосредственно до этого нам предшествовало четверостишье, в котором Лама Цункапа восхвалял Атишу. И это восхваление Атиши в комментарии его святейшества Далай-Лама говорится о том, что это в описании величия учителя для того, чтобы указать на авторитетность источника учения. То есть этот подраздел восхваления Атиши у Далай-ламы называется таким образом. И также эта тема или этот раздел есть и в большом объяснении стадии пути к пробуждению. И почему мы упоминаем об этом? Почему мы говорим об этом точно так же, как для того, чтобы знать о том, чист ли тот или иной ручей или река, необходимо знать источник этой реки или ручья. Точно так же, для того, чтобы убедиться в том, что учение является истинным, необходимо знать источник, из которого оно происходит. И теперь мы переходим к следующей теме, которая в комментарии Его Святейшества обозначена или названа следующим образом. Явление величия или объяснение величия Дхармы для того, чтобы зародить почтение по отношению к этим устным наставлениям. И сейчас мы переходим к следующему разделу. У вас этот раздел находится на странице 19. На 19 странице находится перевод этого четверостишия, и он звучит следующим образом. Из всех мудрецов Джамбудвипы главное украшение короны, сияющие среди существ, как победный стяг, Нагарджуны и Асанга, так как от них происходит благородная линия передачи учения этого пути к просветлению. И здесь мы переходим к следующему разделу, и это определение того, что является предметом объяснения. И здесь у нас три подраздела. Первый подраздел — это отличительные черты линии преемственности. Второй раздел — это отличительные черты, то есть качества. И третий раздел — это необходимость.
И здесь в комментарии говорится о том, что автор, то есть Лама Цонгапа, говорит о том, что я здесь объясню текст стадии пути к пробуждению, которые были прекрасно переданы, постепенно переданы по линии преемственности от двух учителей Нагараджуны и Арья Асанги, которые блистают подобно солнцу, и которые блистают подобно солнцу в этом мире живых существ, и которые чей стяг славы гремит или величественно известен во всех сторонах среди ученых. И вкратце смысл этого четверостишия следующий. То есть я сейчас расскажу здесь ламрим, то есть учение стадии пути к пробуждению, которые были переданы от Нагараджуны и Асанги. И здесь говорится, что это обещание завершить сочинение, то есть это один из подразделов, таким образом это один из подразделов классической схемы составления текстов, то есть это обещание завершить сочинение. Таниба чечу ла нинзриндо, педунги чебатан, чечу нгосуосе, томбо, педунги чебате, тамо цао. И далее мы переходим к следующему разделу, то есть это отличительные качества. И здесь у нас, соответственно, два подраздела. Это отличительные качества примера и отличительные и сами, собственно, отличительные качества. То есть здесь у нас два подраздела, и первый подраздел, четверостишие первого подраздела звучит следующим образом. «Исполняя надежды всех, без исключения существ девяти миров, святые наставления эти подобны царю силы, драгоценности, исполняющие желания. Поскольку святой текст Ламрим объединяет потоки тысячи превосходных описаний, он представляет собой океан великолепных объяснений». Здесь первый раздел, как мы его сейчас назвали, отличий примера и того, что приводится в пример. То есть здесь говорится о том, что это учение стадии пути к пробуждению, которое было передано таким образом по такой линии преемственности, оно соответствует приводимым здесь примерам следующим образом. Так как оно исполняет все без исключения пожелания живых существ, стремящихся к освобождению, оно подобно царю, исполняющей драгоценности, исполняющей желания. То есть эти устные наставления подобны драгоценности, исполняющей желания. То есть с этой точки зрения, то есть она подобна таким вот образом, эти драгоценности, исполняющие желания. Далее.
Так как все реки, без исключения, все реки прекрасных высказываний и текстов, то есть прекрасно объясненных текстов, тысяч прекрасно объясненных текстов, как малой колесницы, так и великой колесницы, полностью собраны в этих устных наставлениях. Эти прекрасные тексты, относящиеся к Ламриму, то есть эти прекрасные тексты, подобны океану. И каким же образом эти прекрасные тексты удовлетворяют все желания или исполняют все желания живых существ? Если живые существа, то есть практикой этих наставлений, практикой смысла этих наставлений, живые существа обретают проявлено высокое, как мы уже говорили вчера, это перерождение в высших мирах, то есть в мирах людей и богов, и так и определенно благое, как мы уже говорили вчера, определенно благое — это достижение освобождения и состояния Будды. То есть с помощью практики этих устных наставлений живые существа достигают этих двух вещей. А также здесь говорится о том, что в тексте здесь в переводе не попадается, то есть не дается это слово. Здесь говорится, что он представляет собой океан, так как объединяет потоки тысяч превосходных писаний. Так вот здесь в тексте, в комментарии говорится, что под тысячами подразумевается множественное число. То есть это указание на очень большое число. Это не значит, что это просто тысяча. Это просто указывает на множественное число. И таким образом, то есть это обозначает очень и очень большое количество. И здесь, когда мы говорим о том, что потоки тысяч превосходных писаний собраны в этом океане великолепных объяснений, мы говорим о том, что это не просто слова, объясняющие смысл, а именно смысл. То есть они вобрали в себя не слова, объясняющие смысл, а именно смысл этих устных наставлений. Тогда для чего-то, да, сначала начали. И смысл этого четверостишия следующий, то есть здесь говорится о том, что эти устные наставления Ламрима превосходят даже драгоценность, исполняющие желания. Почему это так? Потому что драгоценность, исполняющая желание, она исполняет желание только этой жизни. И поэтому эти наставления Ламрима превосходят тысячи и тысячи драгоценностей, исполняющих желания. И далее здесь говорится, что эти устные наставления представляют себе океан великолепных объяснений, в которых стекаются или в которых собраны потоки тысяч превосходных писаний. И таким образом эти устные наставления Ламрима, то есть стадии пути к пробуждению, вобрали в себя полностью все прекрасные тексты как уровня сутры, так и уровня тантры. И они собрали в себя не просто слова. То есть, если мы возьмем с точки зрения слов, то все слова этих текстов представляют себе большое количество, но не такое уж и большое количество. Они вобрали в себя смысл всех этих текстов, а не просто лишь слова. И как уже говорилось в этом тексте, то есть в этом тексте говорится, что объединяет потоки тысяч превосходных писаний. На самом же деле, конечно же, здесь тысячи не соразмеряет того, о чем здесь говорится, и поэтому это всего-навсего показатель множественности, показатель
огромного количества. И как мы уже говорили, вчера нам попадался такой другой пример, в котором говорилось о 10 миллионах. И в предыдущем случае точно так же 10 миллионов не являлись просто числительным, они обозначали огромное бесконечное количество. И это является методом или способом, это является стилистическим приемом, это является как бы поэтическим приемом тибетских поэтов, когда они использовали какое-то числительное для того, чтобы указать на бесконечное огромное число. И, например, есть такой текст, который называется «Ганден Хавгима», может быть, вы знаете, это текст Гуру-йоги Ламы Цонкапы, который называется «Сто божеств Тушиты». И на самом деле здесь мы говорим, в названии говорится только о 100 божествах Тушиты, но в Тушите, конечно же, пребывает гораздо более, больше божеств, нежели сотня. И таким образом, это поэтический прием, который тибетские поэты использовали в своих сочинениях. Чечу тэдан дэмэ чуэлэ, мисэ гэ чечуэлэ, тэн чэна чэна тэй чэва нисэ ра. Чэва нэ дэмэ чуэлэ, нэ мисэ чэта сэ вазэ чэнда, нэ бэдэ сэ бэдэ тэлэ, мэнэ чэна тэнэ дэн шулу ка чэ дэн сачэн ру хэ чэ нунда. Тэн нэ бэ. Чэва нэ, нэ бэдэ? Тэй нэ чэва нисэ ца ра. Кэсэ нэ чё сумбабу, они забабу чё ачи там, чё ки чё ани сера, тогда не будет чё ки чё вредра. Та чё ваты там дембе жун дела, та не си чё та чё ваты ла, там де чё те там демба асе чё ла, дина. Мисе ки чё каржа на, демба танчин геме това, та не ба нера, демба танчин геме су ге те сера, демба танчин геме това, та сунро мали дамбар чё ва, джей гумба дела не ба, не си чё ба, янсэ лэ чэн сун сэ рэ, рангэ сэн рэ сэ, тэ зэн лэ рэ чэн мэн дэ сэ чэ чэ дэ рэ. И теперь мы переходим к следующему подразделу. Как вы помните, следующий подраздел у нас назывался «Сами отличительные черты» или «Сами превосходные качества этого текста». И здесь мы переходим к следующему четверостишу, который звучит следующим образом. Благодаря чему все учения познаются как непротиворечивые. Множество изречений Будды как практические наставления. Легко постичь смысл победоносного и спасти существ из пропасти тяжкой недобродетели. То есть прежде мы говорили о том, что эти учения обладают двумя видами величия. То есть мы говорили о величии автора этих учений и о величии самого учения. Далее здесь мы теперь говорим о четырех видах величия. И четыре вида величия, как здесь перечисляется в тексте. Первое – это величие того, что все учения познаются как непротиворечивые. То есть это у вас на странице 21, перевод на странице 21. И первое величие – это постижение того, что все учения познаются как непротиворечивые. Второе величие – это множество изречений Будды познаются как практические наставления. Третье величие – это легкость постижения мысли победоносного. И четвертое величие – это спасение существ из пропасти тяжкой недобродетели. Та чего не дадим бежунтела, та чечу китан демба, та дэси он да нимба. Та томбо, та шулока жире, та чечу жире цон да. Та чечу жире жире, ма токи нанга римбу чазон мру ачера. Томбо осера, анне демба танчин, гемен ду тоби чева сэдэн тэнда тэр анэ дамбан дэла тэнэ джэ чу цу чини чи сунба танчэн лэ качинэ ланчэ цо качинэ тэ ян ла дэн шэ тэ шэ нэ ngon тан джэба чири чи го нэ цан джэ чачэн ду го ван джуэ нэ демба танчин гемен ду тоби чева сэ тэ нан рэн чэнбо тэ нэ нэ тэ нан рэ ду юэ нэ тэ нан рэ чэнбо чэ 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 цан дэ ра тэ демба танчин гемен ду чэ ва сэ. И здесь каждая из строчек этого четверостишия обозначает одно из величий, одно из величий этого учения. И первое из этих величий – это величие постижения того, что все учения Будды являются непротиворечивыми. То есть таким образом, опираясь на эти устные наставления Ламрима, мы понимаем, что все то, что объяснял Будда, все те учения, вся та дхарма, которую проповедовал или объяснял Будда, являются непротиворечивы. Какие-то из его учений объясняют главные пути, какие-то из его учений объясняют второстепенные пути.
И независимо от того, как они объясняют это, то есть явлено или сокрыто, все они являются условиями или благоприятными условиями, или все они являются подпорками или опорами, все они являются опорами для достижения полного пробуждения Будды. И таким образом, это первое величие этого, первая отличительная черта, это первое величие этого, этого учения, постижение того, величие постижения того, что все учения Будды являются не противоречивыми, не противоречащими друг другу. И здесь говорится, что вкратце, кратко говоря, мы, здесь говорится о том, что мы можем постичь, мы можем понять, опираясь на эти устные наставления Лабрима, что все, что объяснял Будда, не является противоречивым, не, не противоречит друг другу. Та нибан тонга дисуро нан тан ти гунде чи тенчу нан нан хе чи чу цан ту зун нэсэ нян си лен чу тэда ги дуан лэ зэн хи на юбран зэ би лото нан до тэс сунро гунде тан че би чу жа тада нян си лен чи корин тан тан ба хе нэ тен цу нэ шила ги па ду нэ Чеган дан джоган чири джи гоне нянсу ленцу шеба джуве на сунра танчи данба чайи чева дансу. И следующее величие, как говорится у нас в тексте, это величие того, что множество изречений Будды постигается как практические наставления. С помощью этих устных наставлений мы полностью отбрасываем, мы полностью устраняем неправильное постижение того, что неправильное постижение относительно учений Будды, то есть неправильное понимание того, что будто бы учение Будды, заключенное в сутрах и тантрах, а также комментарии этих сутр и тантр, является лишь дхармой для объяснения. И существуют какие-то определенные, какие-то другие тексты, которые, какие-то другие тексты и наставления, которые являются текстами или наставлениями для практики. То есть, и таким образом мы понимаем, что все то, что было объяснено Буддой вместе с комментариями, все то, что объясняется в этих учениях, является условиями и для практики, а также является стадией или ступени практики. И начиная от опоры на благого духовного наставника и завершая медитацией на шамадху и випашьяну, все учение вобрано, то есть все стадии пути вобраны в это учение. И опираясь либо на аналитическую медитацию или на однонаправленную медитацию, ученики могут постигнуть методы для практики. И по этой причине это учение обладает величием того, что все слово Будды, вся полнота слова Будды воспринимается как устные наставления для практики. Ani lojong chesa ki jung rao, yan nyangling chesa de loka ji yueban rao sondo, te tri maayin ba tanda langrin chenpo di na, to nyangling ki sachi tanda ane, chasong ji sondo, ganga ane chi nyangling ki chayake ane danga ayin ba de, del tene kotu chi sungshay resara. Например, некоторые утверждают, что тексты по логике, тексты относительно буддийской логики не являются текстами для практики. Они говорят о том, что эти тексты являются лишь текстами для объяснений, то есть неприложимых, неприменимых для практики. На самом деле это не так. И опираясь на эти учения, устные наставления стадий пути к пробуждению, мы понимаем, что эти учения также и объясняют, объясняют, как необходимо практиковать, то есть объясняют определенные стадии на пути. Та чу сенгэн гуне на чу сада сэнэ на ти тэнда дэ мэлэ сия ма дэ сосо гэ нянлэ ма дэ нэ джиг ма рэ тэн сосо гуне джин гэн рэ рэ сэ ка гэ нянлэ чэн лэ тэнбэл хожон чэн ма дэ нэ ян джи ка сэ гэ джи гэн дэ дэ ян джиг гэ ма рэ сэ чэ дэн тэнбэл хожон чэн лэ хожон чэ тэн дэ нянлэ чэн дэ нэ тэн кэ мэ тэн джи чэн дэ джу гэ рэ сэ ра
И некоторые думают, что некоторые учения являются учениями, которые необходимо лишь преподавать, и нет необходимости их практиковать. То есть, и это неправильно. Некоторые думают, что необходимо сразу же практиковать, не изучая, то есть не изучая учение Будды во всей его глубине. И я думаю, и это тоже неправильно. То есть для того, чтобы начать практиковать, начать практику, необходимо сперва изучить, необходимо сперва научиться, как правильно это делать. И здесь приводится несколько примеров, то есть это несколько примеров к этой теме. То есть с точки зрения учителя, если мы просто объясняем какие-то учения, не воплощая эти учения на практике, то мы подобны попугаю, который лишь повторяет такие слова. Если мы начинаем практиковать, не изучив, как необходимо практиковать правильно, то мы подобны человеку, безрукому человеку, который пытается взобраться на гору, пытается взобраться на скалу. То есть, не обладая необходимыми знаниями, мы не сможем правильно практиковать. И здесь далее мы переходим к следующему величию, и это величие легкости или величие легкого постижения мысли или замысла победоносного. То есть под победоносным подразумевается Будда. И в нашем комментарии говорится о том, что все слова Будды, все изречения Будды и являются наивысшими устными наставлениями для практики, будучи неспособными постичь этого, будучи новичками, начинающими, мы не можем с помощью своего силы, своего собственного интеллекта постичь глубинный замысел великих текстов, то есть обширных текстов написанных, то есть обширных текстов. И поэтому, так как мы не можем постичь смысл обширных текстов, мы не можем притворить их в практику, мы не можем практиковать то, что объясняется в этих текстах. И опираясь на эти учения Ламрима, которые являются устными наставлениями нашего учителя и которые вобрали в себя весь смысл этих обширных комментариев, мы можем истинно постичь замысел всех этих обширных текстов. И поэтому эти учения Ламрима, эти учения стадий на пути к пробуждению обладают величием постижения легкого или незатрудненного, легкого постижения замысла победоносного, то есть замысла Будды, того, что он хотел объяснить в своих изречениях, в своих наставлениях. Теда чинаге ан санджеге сон катенджу тедаге ан танда канга ланрен чембон ма дюрес катенджу канга гасо логана кале хаво ярес ти танда де ланрен чембон ланрен чембо танде ланрен чинджу дин ма дюнд ан дин нибо канга сара сево чеонд джей гумба танче ан дела танга се ан жун чинджу дела тен то тэде печечу сиресра. И все учение, вся совокупность учения Будды заключена в двух разделах, то есть заключена в самом слове Будды и в комментариях на слово Будды. И если мы пожелаем изучить все слово Будды и все комментарии на слово Будды, то для нас это будет очень нелегким делом. И эти учения, стадии пути к пробуждению заключают в себе полностью смысл всего слова Будды и всех комментариев на слово Будды. И, например, они все полностью, все это полностью заключено, например, в великом изложении или в великом изложении стадий
пути к пробуждению, который написал Лама Цонгапа. Этот же текст является выжимкой или эссенцией, или сущностью всех ключевых моментов, которые объясняются в великих стадиях пути. То есть, таким образом, этот текст является... Этот текст заключает в себе всю основную суть замысла или всю основную суть смысла или замысла всех высказываний победоносного, то есть всех высказываний Будды. Тате дани бице санджи катан джингон джива чири джигоне санджи тазу конесе санджи тав мэдэнби санджи камеба шете сонро тедала дюжи анги джужа чунси рем мэдэнба тан чоми ёчан танчи санджи тав тэнба цанла чеба мэба нэнэ чебонь ле мэнджунва тэс нэшу чэнбо янса ле чан сунь чева тан дэнби шуросе. И далее мы переходим с вами к четвертому величию. Это величие убережения, так сказать, или спасение нас от пропасти тяжкой недобродетели. То есть в данном случае под этим подразумевается, что постигнув или понимая, что все, что объясняется в слове Будды, то есть во всех изречениях Будды, которые были переданы непосредственно или сокрыто, все эти изречения Будды являются методом для достижения полного пробуждения, понимая это, необходимо понять, что не существует какого-либо слова Будды, которое не указывает на способ или метод достижения пробуждения. И эти наставления, то есть эти изречения Будды могут отличаться в зависимости от наклонностей или способностей учеников Будды. То есть вследствие этого то, о чем наставляют эти высказывания Будды, могут немного различаться. То есть они могут быть более высокого уровня или несколько более низкого уровня. Но, хотя это и так, все эти учения необходимо понимать, что все эти учения не отличаются в том, что они указывают метод для достижения полного пробуждения. И понимая это, мы избавляемся, то есть понимая этого, мы не совершаем недобродетельного деяния отбрасывания дхармы или недобродетельного деяния отказа от дхармы. И таким образом, опираясь на эти, полагаясь на эти устные наставления Ламрима, устные наставления стадии пути к пробуждению, мы спасаемся от пропасти великой недобродетели, от пропасти великих проступков. Не санджеги, не дужи канду мабалатене, чуцу, а мамбоджи сон йореса казана, кахила канзага дайо бадан, читанге ниран ла, чу сонданда, течен сонда, тез мандар мандар мамбоджи йореса ра. Тени яса, кахиги, не тёги чуеса, та мамбен ро, тенри чева яна, тела дени чуфунги леса ауреса. Канда санджеги, кансумба танчи, не гоба йо бадан, те танчиги, тату санже салан дуяки лама тема чие йома реса. Тинди ин сунца, ты тунда тен дела тен хао коя чи тан. Ин читанге нанжу цима нанже чажа, тинди ланам реги ци реги, нен чи мариби нембо мендуа йома реса. Сеча чи сунде ти лавжан чеба ине, тем маше би, ине мубаджи вара, те сенро ти чане, Ani kaza tabata tangji chenpi, ani sabayin, ani dhugu yoresa, tindri chen dhugu yoresa ra. Kanda ani sanje ki sunba te tangji, bena te chengi chwe, ani kadu sanje sanjwa, dan nye rang ni, ani te nye soki soki kanda, to keba jen kali kali ya chen dhwe. Tatu na sanje sanjwa ge, lama teme chiye goma resa. Tindri yasa da, chu lan kuwa nde, tindri chu hongi le, tindri saya meba, zhungde la tene, kutu ya chen. И Будда объяснял очень много различных разделов учений для своих учеников, которые различались в своих способностях. Например, для некоторых своих учеников он говорил о том, что атман или самосущее бытие существует. Хотя обычно в большинстве других текстов Будда говорит о том, что самосущего бытия или атмана не существует.
Также те учения, которые он объяснял для шраваков и пратикабут, несколько отличаются друг от друга, отличаются от учений, которые Будда преподавал для бодхисаттв. И вследствие этого некоторые могут принижать учения, объясненные для шраваков и пратикабут, говоря, что они как бы несколько более низкие и так далее. Но на самом деле это неправильно. И в соответствии с необходимостью Будда объяснял те или иные учения, но все учения, которые объяснял Будда, в конечном итоге, в абсолютном своем конце, являются учениями, ведущими к полному пробуждению. То есть нет ни одного учения, нет ни одного высказывания, нет ни одного изречения Будды, которое бы не являлось методом для достижения полного пробуждения, и это необходимо знать, это необходимо понимать. Например, такой текст, как «Прамана Вартика», то есть совершенный комментарий на Праману, или совершенный комментарий, полный комментарий, или обширный комментарий на истинное постижение или истинное знание. Этот комментарий, каждая строка этого текста, этого комментария устраняет определенные аспекты неведения по отношению к этому тексту, или просто устраняет определенные аспекты неведения и является противоядием от этого неведения. И таким образом нет ни одного изречения, нет ни одного учения Будды, которое бы не вело к полному пробуждению. Все учения Будды тем или иным способом, прямым ли или косвенным, ведут к тому, что живые существа достигают освобождения и полного пробуждения. То есть таким образом закладываются семена для достижения полного пробуждения. И Будда объяснял в соответствии с наклонностями живых существ, Будда объяснял учение малой колесницы, Будда объяснял учение великой колесницы, он объяснял в соответствии с наклонностями учения для шраваков и пратикабут. Но все эти учения, даже хотя, может быть, они в отличие от учения Махаяны, учения Хинаяны, не ведут напрямую к достижению полного пробуждения, все они являются косвенными способами или методами для того, чтобы достичь полного пробуждения. И понимая это, опираясь на устные наставления Ламрима, опираясь на устные наставления стадий пути к полному пробуждению, мы понимаем это, и таким образом мы спасаемся или избегаем очень тяжелой недобродетели, принижения или по-другому отбрасывания учения Будды. То есть когда мы говорим на какой-то из аспектов учения Будды, что это плохое учение, и что это низшее учение и так далее. Пене на бичу там озеен, да, газу ума тенчуба, да, тату нутенге седе, чута ума ума делан, чесу чене, джигу маресе, ума ума де, кума кума лендуяге, тода ланга чагу ресра. И, например, в буддизме мы рассматриваем четыре основные философские школы. Мы говорим о четырех основных философских школах, то есть это вайбхашика, саутрантика, читтаматра и мадьямака. И мы следуем, обычно мы следуем четвертой или высшему воззрению четвертой или как бы конечной школы, то есть мадьямаки. И все эти учения являются методами или способами для достижения полного пробуждения. И в Тибете, например, существуют различные также школы, различные школы тибетского буддизма. Например, общеизвестные четыре школы Сакья, Кагью, Гелуг и Нингма. И эти четыре школы также ни в коем случае также являются словом Будды. И ни в коем случае нельзя говорить, что какая-то из этих школ является хуже, а какая-то другая является лучше. И таким образом, опираясь на эти учения Ламрима, на эти устные наставления стадии пути к пробуждению, мы избавляемся от опасности впадения в приверженность тому, или опасности падения в пропасть принижения или отбрасывания, оскорбления учения Будды. Чё-то,
И все тибетские, то есть все тибетские школы, школы тибетского буддизма являются, отличаются лишь методами, и в конечном итоге они приводят, в абсолютном итоге они приводят к одной и той же цели. И также в тибетском буддизме есть такая традиция, то есть есть такая традиционная история о этом тяжком деянии отбрасывания или отказе от дхармы. Говорится, что прежде было два брата, которые являлись большими учеными буддизма. Одного из них звали Асанга, то есть это тот самый Ария Асанга, о котором мы говорили прежде. И Ария Асанга являлся последователем Махаяны. Его младший брат, которого звали Васубанху, тоже был большим ученым, но он являлся последователем Хинаяны, то есть малой или несколько более скромной колесницы. И в свое время Васубанху очень поносил учение Махаяны, то есть тем самым он отвергал учение Махаяны и тем самым совершал, то есть таким образом совершал очень недобродетельное деяние отказа от дхармы. И затем, впоследствии раскаявшись, он попросил, он возжелал лицезреть лик Майтреи, то есть узреть Майтрею, защитника Майтрею. Но через его брата, то есть через Асангу, Майтрея сказал Васубанху, что так как он накопил очень много недобродетельной кармы, отказы от дхармы, в этой жизни он не сможет лицезреть его лик. И ему необходимо как раскаяние, как знак раскаяния, ему необходимо написать текст по Абхидхарме, который известнейший текст, который называется Абхидхарма Коша, то есть сокровищница Абхидхармы, и таким образом очистить недобродетели, накопленные в этой жизни, и тогда в следующей жизни Васубанху сможет лицезреть Майтрею. Так, саджи самбатилла ниндусет, самбатилла чина гопасетри, виканнера. Дэндо, небашича мгазмадилла джи чаба, че чу гопасанды, нита гопателла ниндусера. Чева тэдэнджи чу дэ, нянсы лэнри батан, нянсы ламби пэн нос. Томбо, нянсы лэн, чева тэдэнджи он дэ, нянсы лэнри бателла, тэши джабэ кэби чи он, кэдэн тумэ, тэмби дамбачу. Чива санчилан джирибайе, римбайе ира мачо чудин сухин юс, чесо сунгсара. Теперь мы переходим к третьему подразделу. Как вы помните, третий подраздел у нас назывался необходимость. То есть какова же необходимость этого? И здесь мы переходим к переводу на странице 23 и восьмая шлока, то есть восьмое четверостишие звучит следующим образом. Поэтому мудрецы Индии и Тибета, многочисленные счастливцы, опираются на наивысшие наставления, этапы пути для трех видов личности. Среди тех, кто наделен аналитическим умом, найдется ли увлеченный, не увлеченный изучением Лаврима? Нянленту, тембит, дамба, чоту, чува, чибу, чунджин, чесанджи, ланджи, римба, ине, ро, и ро, мачуби, наджуда, дамба, сихи, ю, те, метос. И здесь говорится, в комментарии говорится, что здесь у нас два подраздела. И первый из подразделов, то есть в этом третьем подразделе у нас два подраздела. И здесь первый подраздел называется... объяснение причины, почему эти учения, обладающие такими величиями, являются подходящими для практики. Второй подраздел называется польза от практики этих учений.
И переходя к первому подразделу, к первому подразделу относится это восьмое четверостишие, которое мы сейчас зачитали, и смысл его следующий. Объясненные по той причине, что учения, о которых мы сейчас говорим, обладают, как уже объяснялось выше, всеми этими достоинствами, всеми этими величиями. Если кто-либо обладающий интеллектом, кто не будет увлечен или не будет захвачен этими учениями Ламрима, то есть этими учениями стадии на пути к пробуждению, которые заключают в себе объяснение путей для низшей, средней и высшей личности, и которые являются наилучшими наставлениями, опираясь на практику которых, на практику которых опирались многие удачливые, то есть в данном случае подразумеваются ученые из буддийские ученые из Индии и Тибета. И таким образом здесь Лама Цонгапа задает вопрос, то есть существует ли хоть кто-то, кто обладает интеллектом, кто не был бы привлечен, кто не был бы увлечен или увлечен этими устными наставлениями стадий пути к пробуждению, на которые опирались в своей практике ученые Тибета и Индии, то есть на эти превосходнейшие устные наставления. И следующий подраздел – это польза от практики этих устных учений. И здесь мы переходим, устных наставлений, здесь мы переходим на страницу 25, это девятое четверостишие, перевод которого звучит следующим образом. Утвердившись в понимании того, что даже одно единственное изложение и слушание, объяснение этого метода Ламрима, в котором собраны все сущности и наставления Будды, несет непревзойденное накопление благих заслуг, проповедование и слушание святой Дхармы, размышляй о заключенном в нем смысле. Смысл этого четверостишия следующий. Здесь говорится, что же каким же образом в этих устных наставлениях собрано все без исключения сущностное содержание, вся без исключения сердечная сущность всех изречений Будды, как относящихся к Хинаяне, так и к Махаяне. И здесь говорится, что уж там, если мы слушаем или объясняем это учение много раз, даже если мы объясняем или слушаем это учение единожды, то мы обретаем все благословение, все великое благословение, обретение пользы от слушания и объяснения святой Дхармы из великих обширных текстов, из великих обширных комментариев. И здесь говорится о том, что все ключевые моменты полностью собраны в этих учениях. И причина этого следующая. И причину этого необходимо, и о причине этого, то есть как это, почему это так, как это на самом деле обстоит.
Необходимо размышлять снова и снова над смыслом этого, то есть над тем, как все учения заключены в учениях Ламрима. И то есть таким образом здесь Лама Цункапа наставляет своих учеников, наставляет нас, объясняя, как весь смысл заключен вкратце в этих наставлениях Ламрима. И здесь говорится, что в котором собраны все сущностные наставления. Под собраны здесь подразумевается, что все ключевые моменты, все наиважнейшие моменты учения Будды, всего слова Будды собраны здесь и объяснены вкратце, объяснены кратко. Тандиенчи карсана, они чудепе момент заинчи, та ларен дудене, антела чива чита, они жун, та ларен чебу жун чиндо, жун ти чечу, анти сонне, та жун гитангуанте. Та жінки ще говориться, та ти не ма, та ті бачу ланджерин баса, жінку готу говориться, та ланджерин ма. І до цього моменту... Чому та тому ланджерин баса? До цього моменту в тексті ми, в тексті об'яснялось величие этих устных наставлений, объяснялось величие автора, то есть объяснялось величие автора, то есть Джоджи Атиши и так далее, то есть объяснялись все эти моменты. И теперь, то есть объяснялось, до этого момента в тексте говорилось о выражении поклонения всем учителям и так далее, и затем объяснение всех величий, которыми обладает этот текст. Теперь же мы переходим, вот только теперь мы переходим к основной части этого текста. Танива джунги тансевала чуджо соне, джунги янла янласа. Де жунду ночи анты седе чебала не туму вадан туму маин би лан хоцу лос. Теперь мы переходим к объяснению самого учения Ламрима, то есть путей, которые являются общими с путями личности, с малыми способностями. И здесь говорится, это второй подраздел. То есть вы помните, в самом-самом начале у нас было три подраздела. То есть вводный подраздел, то есть вводная часть была, затем основная часть и завершающая часть. Мы завершили с вводной частью. Теперь мы переходим к основной части текста. И здесь это объяснение основной части текста. Здесь говорится, что выражение почтения и так далее, все это является второстепенными или второстепенными частями текста. И теперь мы переходим к объяснению основной части текста. И здесь у нас два подраздела. Общий и необыкновенный, то есть общий или и исключительный. То есть методы обучения общих путей и необыкновенных путей, то есть два подраздела. Из этих двух подразделов первый подраздел имеет еще два подраздела. Вводная часть и основная часть. И из этих двух подразделов сейчас мы переходим к основной части, к вводной части. Первая часть, то есть вводная часть, объясняется на 27-й странице, то есть 24-стишие на 27-й странице относятся к этому подразделу, к вводной части, и они звучат следующим образом. Затем причиной собрания всех благих условий в этой и грядущей жизни является связь с добродетельным духовным наставником, указывающим путь. Веряйся же ему в мыслях и поступках надлежащим образом, не отрекайся от него даже под страхом смерти, радуй его подношениями исполнения его наставлений. Я, йогин Лама Цункапа, так практиковал, и ты, ученик, стремящийся к освобождению, последуй моему примеру. Мы тогда тенен дотора нянсы ламба шаво, все цанжоросы.
И здесь мы переходим от предыдущей части текста. То есть в предыдущей части текста говорилось, что говорилось о пользе практики всего учения Ламрима или даже хотя бы его частей. И размыслив таким образом, теперь мы наполняемся решимостью практиковать учение Ламрима, как объяснялось прежде. Жан ла лан тэнби гии хиньи тамба шеба ся дэс, беба чабо лэс, лама ла чэнто ги ло ка нэ, тэба че чи ту ше би, го нэ самбэ тэнба тангс, лама нэ ба го тада нэ джу чи, ма нэ ба на ян му джу ба танг, лю чи ку хи нга ги то ба со танг, чи сун ка хин ту джу би го нэ, жуэ цу хин ту тэнба ж дэс, Темба ла ра леба тонне Чен чунси цанду масе Соги шиян мтонва кагенту джуби чебра неба ше госос И видя такую пользу, видя пользу, которая приносит эта практика, то есть практика наставлений Ламрима, мы понимаем, что корнем, из которого все произрастает, все те блага, о которых мы сейчас говорили, этой жизни, а также последующей жизни, все эти блага, корнем всех этих благ является благой учитель. То есть мы понимаем, что является, что кальяна-митра, благой наставник, наш благой духовный наставник, является корнем всех этих достоинств. И это именно тот духовный наставник, который указывает нам путь. И понимая это, мы с сильным усердием отбрасываем какие-либо дурные мысли о недостатках нашего учителя и зарождаем в себе, насколько можем, веру по отношению к учителю. И таким образом опираемся на нашего учителя нашими помыслами. То есть помимо опоры помыслами, мы всеми возможными способами стараемся радовать нашего учителя и стараемся избегать того, что не радует, что огорчает нашего учителя. Мы почитаем его посредством нашего тела и речи, восхваляя, то есть почитаем его посредством деяний нашего тела и восхваляем его посредством нашей речи и так далее. И мы выполняем все то, что он, все его наставления. И таким образом мы опираемся на нашего учителя посредством действий. То есть прежде мы говорили о том, что мы опираемся на него посредством мысли или помыслов. Здесь говорится о том, что мы также опираемся на него посредством действий или посредством действий или деяний. И понимая, что все блага, которые появляются, все достоинства, которые появляются, опираясь на нашего учителя, из опоры на нашего учителя, мы стремимся исполнять все то, что он говорит, даже ценой своей собственной жизни. Мы стараемся исполнить все, что все наставления нашего учителя, и стараемся также радовать его подношением своей собственной практики. И далее говорится о том, что в нашем тексте, наш текст звучит следующим образом. Я йогин лама цунгапа в скобках.
Так практиковал и ты, в скобках ученик, стремящийся к освобождению, последуй моему примеру. То есть здесь говорится, что в полном собрании сочинений Ламы Цункапы в разделе различных текстов, то есть в разделе разрозненных сочинений, отдельных сочинений, находится этот текст, и в этом тексте говорится, то есть он звучит точно так же, как и у нас на 27-й странице. В различных же молитвенниках, которые используются для чтения молитв, последние две строчки иногда звучат по-другому, то есть они звучат следующим образом. Говорится, что так практиковал мой учитель. То есть здесь у нас говорится, я, йогин Лама Цункапа, так практиковал. В тексте же и меняется, но так как мы читаем уже от своего лица, а не от лица Ламы Цункапы, то вместо Ламы Цункапы говорится, что так практиковал мой учитель, и я, ученик, стремящийся к освобождению, последую его примеру. В различных молитвенниках переделываются. И здесь говорится, что на самом деле это позднейшие изменения, поздние изменения. То есть первоначально текст звучал точно так же, как в нашем переводе, а затем он был по необходимости позднее несколько изменен. То есть вот эти вот строчки были изменены. И все эти строчки, то есть в этом тексте, они попадаются постоянно дальше по окончании каждого второго четверостишья. И смысл этих изменений, то есть смысл этих двух строк очень прост, очень ясен для постижения, очень прост для постижения. И необходимо, то есть, понимать это и во всех остальных случаях таким же образом. И далее говорится в комментарии, что определение, характеристики учения, характеристики учителя, то есть характеристики, которыми должен обладать учитель, а также методы опоры на учение учителя и так далее, необходимо узнать из других текстов по Ламриму. Например, из Большого Ламрима. И вообще мы говорим о том, что в нашем мире нет никого добрее к нам, нежели родители и учитель, и учителя. И в нашем мире, в этом мирском бытии есть определенные вещи, которые необходимо узнать, которые необходимо изучить от родителей, есть определенные вещи, которые мы должны постичь, опираясь на учителя, на учителей. И так и происходит в нашей жизни, в нашей повседневной жизни. То есть мы что-то узнаем от учителей, что-то узнаем от родителей. Тату она рани санже наже мача ги пату ги ланга чи тенге орите чанден денгосун асун ги нжету ё маре кока тине сун чанден денго ген сун бианде чёте рани ла ангосу бала кенде сусу ги хини де чаде орус чанден денге куса ума ран ла чанден деле лаван ложе тинди ги тона хини тен сусу ги хини сэ зачему чего нанга чи те чаве оресра. И в нашей мирской жизни есть вещи, которые необходимо узнать от родителей, есть вещи, которые необходимо узнать от учителей. В Будда-дхарме же, в учении Будды, в буддизме, для того, чтобы изучить пути, которые ведут к полному пробуждению, необходимо опираться на духовного наставника, необходимо опираться на учителя, который объяснит нам все пути и стадии для достижения полного пробуждения. И так как мы с вами не можем сейчас видеть Будду Шакьямуни, то есть мы не можем получить напрямую учение от Будды, тот, кто объясняет нам эти учения, является, то есть тем, кто объясняет эти учения, является наш непосредственный учитель, наш непосредственный духовный наставник, который дарует нам эти учения. И поэтому духовный наставник является таким важным в буддизме, потому что он является именно тем, той личностью, которая непосредственно напрямую объясняет нам учение Будды, объясняет нам пути для достижения пробуждения. Цетелана,
нанчене манче те сине тинсу ябой ю генге ка нанжице не жела това че гересе сузу генге ка маце не жела това че те каля ка воча гересе читанге сижа ген нанран самадо. И в буддизме очень много таких историй, в которых говорится о том, что рассказывается о многих держателях учения Будды, то есть о великих учителях, которые являлись хранителями или держателями учения Будды. И в их житиях, то есть в их жизнеописаниях очень часто присутствует описание того, как они опирались на своих учителей, как они опирались на своих духовных наставников. И те из этих учителей, которые истинно, правильно опирались на своих духовных наставников, обрели состояние Будды в этой жизни, в той самой жизни, или достигли пути видения. Как вы знаете, существует 5 духовных путей, и самым высшим из них является путь, и предпоследним из них является, четвертым является путь видения. И те, кто истинным способом, истинно опирался на своего духовного наставника или своих духовных наставников, обрел реализации в своем уме, то есть достиг высоких духовных реализаций. Те, кто исполнял наказания, те, кто исполнял устные наставления учителей, достигли реализации. И в то же время есть история о том, что те, кто не слушал своего учителя, те, кто не исполнял устных наставлений своего слова, своего учителя, такие личности не достигали высоких духовных реализаций. Телечение, я вот чинится, созоги ламал чинро, то на созон на мадава ин, да, ты на самом деле, ламин он чинями, а ты дигин сам там выгресера. И те, кто практикует учение, и даже если они видят какие-то недостатки своего духовного учителя, они понимают, что те недостатки, которые они видят, видятся лишь вследствие нечистого видения самого ученика. Я бы мазе байна, пугу мамба, сосо я бы чегма, ганге жинчи чем урисе, тинди эсэ тэ, ротон рэта, гейхини, цаачин байна, пама цаачин, тэцэ, ане, шоуру байна, чибан рову чаг урисе. И вследствие того, что в Тибете распространилось учение Будды, тибетцы обрели то есть у тибетцев появилась такая традиция и такая, так сказать, привычка хорошо заботиться о своих родителях. То есть это один из результатов влияния учения, распространения учения Будды в Тибете. Дети своих родителей очень хорошо следили, очень хорошо относились, очень хорошо помогали своим родителям, то есть хорошо заботились о своих родителях. И родители, когда дети были маленькие, родители заботились о своих детях, и затем дети возвращают доброту и заботятся о своих родителях. В Европе сейчас немножко другая традиция, то есть как только дети подрастают, достигают определенного возраста, они перестают опираться на своих родителей и как бы обретают независимость, живут отдельно. Но очень важно понимать, что если вы помогаете своим родителям, то в будущем, как кармический результат, как результат ваших прошлых деяний, как взаимоследствие, взаимозависимой связи, вы обретете то же, что вы обретете те же результаты, которые вы сейчас совершаете, подобно тем действиям, которые вы совершаете сейчас. То есть, если вы не заботитесь о своих родителях, то в будущем ваши дети не будут заботиться о вас. И необходимо понимать, что из
причины возникает результат, и из соответствующей причины возникает соответствующий результат. И надо понимать, что духовный наставник и ваши родители во многом похожи. Это наженьге, гисиньге, жани ковадан гизунге дуне дятсоле, чёвне, табиланлая. И родители – это те, кто дали нам жизнь, а добродетельный, то есть благой духовный наставник, кальяна митра, духовный наставник – это тот, кто защищает нас от, кто защищает нас и указывает путь для освобождения из океана бытия, из океана страданий. И, то есть, необходимо это понимать. Так гейхине де шигтенре, де шигтен гейхине де чезен гейхине ге, сосо ан лантон чегорезе, нангтен рани ге, ане ти каншеба де нянлен чегорезера. Те нянлен чебаяна, таватанчем лан ротуре, нянлен мачебаяна, гейхине казил лабаяна, ян пенгю маресера. И когда мы получаем какие-то учения от кальяна митры, то есть от нашего духовного наставника, от учителя, необходимо практиковать то, что он объясняет. Если мы не практикуем то, что он объясняет, то мы никогда не достигнем освобождения, то есть мы никогда не достигнем состояния Будды. То есть то, что он объясняет, необходимо практиковать. И понимая все эти ключевые моменты учения Будды, если мы не практикуем учение Будды, то мы подобны человеку, который прыгает в пропасть, чтобы разбиться насмерть. То есть этот человек, видя пропасть, ничего не делает для того, чтобы спастись из этой пропасти, для того, чтобы не упасть в эту пропасть. То есть мы подобны такому глупцу. Если бы мы не видели, что перед нами пропасть, то это был бы совершенно другой разговор. Но здесь, если мы понимаем, если мы знаем ключевые моменты Будды, учения Будды, и не практикуем их, то мы подобны глупцу, который, видя, что находится в опасности и падает в пропасть, не пытается этого избежать. Тенджо ла нимбо лемба куа та нимбо чита лемби цуру ну. Томбо ну тенджо тенде, томбо ну асе, теи тенде еген ноле ла дэнде нинба терин цахи не ганджила наги лотанда цунда санен чи тенджо. Тенджо дэнде еген ноле ла, теи тенде еген ноле ла сисо тэра. Тендема шелока казина. И мы переходим к следующему подразделу. Как вы помните, следующий подраздел у нас назывался «Основная часть», то есть была вводная часть и основная часть. Здесь основная часть у нас также делится на два подраздела. Это увещевание. Увещевание наполнить смыслом. Наполнить смыслом обретение этого человеческого тела, наделенного всеми богатствами и свободами. И второй подраздел – это метод наполнения смыслом или метод взятия сердечной сущности, то есть метод наполнения нашей жизни смыслом. И из этих двух подразделов, первый подраздел относится к двум четверостишиям на странице 29. В русском переводе на странице 29, и он звучит следующим образом. «Это благоприятное рождение, превыше драгоценности исполняющей желания. Его отыскав, обладаешь им только теперь. Труднодостижимое и легкоразрушимое, оно подобно вспышке молнии на небе. Обдумай так, осознай, что все мирские дела подобны шелухе, поднятой ветром. Поэтому, денно и ночно, извлекай из него суть. Я, йогин Лама Цонгкапа, так практиковал». И ты, ученик, стремящийся к освобождению, последуй моему примеру. Сидите. Тейден, еген, олеландрин, батарин, загин, некан, дилан, накил, отдан, чун, сан, джидинши, вагу, бомба, шавагин, точен, не зенгин, не гонен. Дзенамен, я не тадан, танцы, тачен, тихе, чанцел, тейн, дира. Со, тез. Тейден, джоджи, тейн, би, гонен, чё, джубала, кумбена, тейден, чеба, чин, дуинс. Ишенджи нобе жумбочи лечан лабанды драван на ян ян неба маинчис
Непа тутари цанхи инонс, тене на тончава масе, непа кава тентос, игенди нобуле, лацуну нобуле, гундун джуньян, цинду некочин, додун инлас, тендула тене, гунто цанту масе, ниле табадан танчи чемба джуна, тонуба сумбишина, лакос, теда некахи не на тонче и тенджоджи тенду, теме думатонва ндула, ранги чинуджи гоне, чесеби танча тембо шаос. И смысл этого четверостишего, этого четверостишия следующий. То есть это тело наделено свободами здесь. Это дело наделено свободами и благами. И обладая этими десятью благами и восьмью свободами, мы обладаем свободным временем для того, чтобы практиковать дхарму. И по этой причине это особенное, драгоценное человеческое тело, наделенное свободами, превосходит даже драгоценность, исполняющая желания. И почему оно превосходит, то есть почему это так? Потому что мы обретаем его не снова и снова, а обрели его только лишь в этот раз. И теперь, когда мы его обрели, оно обладает не только огромным смыслом или огромным значением, но и здесь, в этом четверостишье, указывается на то, что его очень трудно обрести. То есть мы его обретаем не постоянно, а вот только вот в этот раз. Это очень редкая возможность. И каким же образом эта драгоценность исполняет, то есть каким же образом это драгоценное человеческое тело превосходит драгоценность, исполняющую желание? Дело в том, что хотя из-за драгоценности, исполняющей желание, возникает все то, что мы желаем, оно исполняет лишь наши желания этой жизни, лишь какие-то кратковременные наши желания. Это же опора, то есть это же драгоценное тело. Оно, опираясь на него, мы можем не только обрести благо следующей жизни, то есть проявлено возвышенное, то есть перерождение в благих перерождениях, но мы можем достичь и определенно благого, то есть освобождения и состояния Будды. И поэтому, по этой причине, так как здесь объясняются эти причины, по этой причине это человеческое рождение, человеческое тело превосходит даже драгоценность, исполняющую желания. И таким образом, это трудно обретаемое и так легко утрачиваемое человеческое тело, теперь, когда мы обрели его, необходимо наполнить его смыслом, то есть это тело, наделенное свободными и богатствами. Необходимо сделать так, чтобы оно не пропало впустую. И поэтому мы даем себе крепкое обещание, что мы будем практиковать учение. Ачан, коллегаво, кажется, это ла пе, антерда, джигон некого, ане могон некого, пегон некого. Та дудуси сиваинара, анджетела, ане цурен посон свой горе, сата меге чипун ласовен, цурен масун байна, мото жену цурен лежи месера, ане милу тенте татю маре сатен жу милу румоче. Да, много не читанги, они сенчанные баты, но они меню, меню, они миллион бочек, танданди, тяжелые, джоба санданиде, чешевала кангиде, а жанги меню чарлиза, много не те нееде галекавоба. Они да пей гоне да жансу чембоне жбе лунга жбе жане де жбе лунга де ло жаре гане да цок тока тенерипо, те цока они няхин покачи янжу жбе годе. Татине чеба, но если тине пегре, тате, колома имба, джамсо чемба имба, коло джаренгану, год тенжерма тема, та хачанг калекавате, но если пежаю, реса. И мы говорим о том, что это драгоценное человеческое тело очень трудно обрести. И здесь приводятся три примера, то есть здесь приводятся три, так сказать, три примера, почему это, то есть три метафоры, как каким образом это человеческое, драгоценное человеческое тело трудно обрести. И первое — это с точки зрения причины. То есть это человеческое тело очень трудно
обрести, потому что очень трудно создать причины для обретения этого человеческого тела. И самой главной причиной для достижения человеческого тела является практика чистой моральной дисциплины. То есть, или как иногда это переводят, чистой моральной этики. Без этого мы не можем обрести это человеческое тело. Второй подход — это с точки зрения сущности этого человеческого тела. То есть, когда мы говорим о людях, то мы понимаем, что людей гораздо меньше, чем животных, и гораздо меньше, чем живых существ в других сферах нашего мира. То есть людей очень мало. Из тех людей, которые приняли человеческое рождение, очень мало тех, кто в самом деле наделен всеми богатствами и свободами. И таким образом мы понимаем, что это драгоценное человеческое тело в самом деле является очень и очень редким. И далее объясняется трудность обретения этого человеческого тела с точки зрения примера. То есть обретение этого драгоценного человеческого тела подобно примеру, подобно тому, как слепая черепаха, живущая в океане, всплывающая раз в 100 лет на поверхность океана, должна попасть своей шеей, то есть попасть своей головой в ярмо, деревянное ярмо, которое наносимое сильным ветром по поверхности океана. То есть точно так же, как возможность того, что слепая черепаха, которая всплывает на 100 лет, попадет головой в ярмо, которое носит по поверхности океана ветер, точно так же, как редко может произойти такое, точно так же и редки те случаи, когда живые существа обретают драгоценное человеческое тело. И мы говорим здесь о свободах и богатствах. Что такое свободы? Что такое свобода? То есть в данном случае здесь подразумевается, что так как мы свободны от уделов, в которых нет возможности, в которых нет свободного времени для практики учения, это драгоценное человеческое тело наделено свободами. Мы говорим о благах, или иногда это переводят как богатство. Мы говорим об этих благах и богатствах, то есть это 10 условий, которые дают нам способность, или которые дают нам возможность для того, чтобы практиковать учение Будды. И здесь эти блага, или как иногда переводят их богатство, делятся на 2 раздела по 5. То есть это те, которые зависят от нас самих, и те, которые зависят от других. Та нева на матео, нева тяна, чуйте умара, еда на матео, тундро на матео, та несусан на матео, тиландо, течева и на чуйте макамбаридра, та ютаку на матео, ла и на он на егдура, чуйме би юту матео, та амбо мацама меба, не саме глесеба, лало маиба, та памасева за тенди. Макамба джиле джиндо. Он говорит, теда джиле, а не джитева, если чечела, кому его. И что же такое 8 свобод? То есть это 8 свобод, когда мы свободны от уделов, где нет времени, где нет возможности для практики учения. И какие же эти 8 свобод? Это свобода от перерождения в мире адов, в мире адских существ. То есть мы не родились в водах, где нет возможности практиковать учение. Мы не родились в мире голодных духов, мы не родились в мире животных, мы не родились в окраинном государстве, то есть в окраинном государстве, где не распространено учение Будды. Мы не родились среди божеств долгой жизни, которые отвлекаются на удовольствие и не могут практиковать учение, то есть не имеют возможности практиковать учение. Мы не родились в... Лама чеба. Нирва, еда, дундро, тахоп, хача. Тени чуми ю
Чеми ют матьяху. Але дичипа мале, такодо чеми ют. Жемда. Ют такодо чеа, чеми би ют чеа васенда. Мы не родились в месте, где не распространено учение. Мы не являемся инвалидом, то есть мы не являемся человеком с недостающими органами, органами чувств. Мы не родились, мы не являемся личностью, которая совершила 5 действий с непосредственным воздаянием. То есть это убийство отца, матери, учителя, архата и так далее, и вызывание появления крови на теле Будды своими неблагими, своими злобными помыслами. Мы также не являемся приверженцами небуддийского учения. То есть таким образом мы с вами обладаем свободами в том смысле, что у нас есть возможность, мы свободны от тех уделов, где нет возможности практиковать учение. Да, он был мазанды тислера. Да, джобачин, да. Джобачин, да, карсенна, ранила цама, джоба, карсенна, мини-имба. Мазанмен редер, юс, чесенна, да, че тазаги юнроди, да, сац, чецигуанесенна, да. Ну, амбо цанва, назо амбо канцанде, лета малоба, леле ичи евандутенинде. Ну, апа, дену санла, деба деесера. Ну, доден дуа, апа, дену санла, деба ёба. Те, ну, рани гуане, цанба чирада, ранжом гасете. Ранжома. Мини. Мини имба. Юля чуть дарва, мамбо цанва, лета малоба да, денесуна тева ева. Не латева се, андроджин танжин. И здесь следующее, это 10 богатств или 10 благ. То есть во время Кугявичуса, в его переводе это называется, если не ошибаюсь, благо. И мы обладаем 10 благами. Из этих 10 благ, как уже говорилось, 5 благ зависят от нас самих и 5 зависят от других. 5, которые зависят от нас самих, это то, что мы родились людьми, то есть это первое из этих благ. Мы родились в местности, где распространено учение Будды. Мы обладаем всеми органами чувств. Мы не совершали деяний с непосредственным воздаянием, то есть мы не совершали самых недобродетельных деяний, то есть те 5 деяний, о которых мы только что говорили. И мы обладаем верой в 3 корзины, то есть трипитаку, то есть во все собрание учений Будды. То есть, как вы знаете, трипитака — это 3 корзины, то есть 3 собрания учения, то есть собрание учения сутры, собрание учения винаи и собрание учения абхидхармы. То есть мы обладаем верой по отношению к этим 3 разделам учения Будды. Таи канте чанаджан ютаго чаду чеме нин лаяра. Да, читингуне жена тенджир, да куба сэджора, я. Вамбо мацан дросара, на тандисан таким делока тетанчан. Тан дече, та синжонгара. Синжонг. Сонжен читенте шумбаасе, ане те танчо шумбаасе, ане темба нямбаасе, та те сонжен темба нямдоре сонжен гичо шум канга чаде. Ане темби синжонгара сонжембаасе, ан чоди тунчен цанван тес. И следующие 5 благ или богатств — это те, которые зависят от других, то есть которые уже не зависят от нас. Это то, что Будда появился в нашем мире. Это то, что Будда проповедовал свое учение. Это то, что учение, которое было проповедано Буддой, все еще пребывает в нашем мире, то есть мы имеем возможность с ним встретиться. Это то, что существуют последователи или ученики Будды, которые все еще сохраняют и практикуют учение Будды. И существует, и пятое, это то, что существуют благие условия для того, чтобы, то есть подходящие условия, благие условия для того, чтобы практиковать учение Будды. Мы обрели это драгоценное человеческое тело, которое наделено все теми качествами, о которых мы говорили. Необходимо использовать эту редкую возможность, необходимо использовать эту редкую возможность. Иначе мы уподобимся нищему, который обрел, который получил, который нашел кусок золота.
То есть нищий, который не использует, не может использовать этот кусок золота, так и остается нищим. Точно так же и мы, обретя эту редкую способность, эту редкую возможность, если мы не используем ее сейчас, то мы просто потратим ее впустую. Тогда динан лола те сонда тейтин дейген лолела, дэн дэдра неба тирин санхин инсэ. Ан не као, ан чибала нанкак ло цау наджи. Ан тиндиги несу те санне, ан ансанге, ан чусус матанде кечем бучи рейсера. И это человеческое тело, это человеческое рождение превосходит даже драгоценность, исполняющую желание, потому как по причинам, которые уже упоминались прежде. Более того, это драгоценное человеческое тело легко разрушимо, оно подобно молнии, сверкающей в небе. И поэтому нам необходимо использовать эту редкую и очень краткую возможность для того, чтобы... То есть нам необходимо сделать так, чтобы мы не потратили ее впустую. И об этом же говорится в Бодхисаттва Чарья Аватаре. В Бодхисаттва Чарья Аватаре говорится, что это драгоценное человеческое тело, наделенное свободами и богатствами, очень трудно обрести. И теперь, когда мы обрели его, если мы не стремимся, если мы не усердствуем для того, чтобы принести пользу самим себе в следующей жизни, то каким же образом мы сможем обрести это драгоценное человеческое тело снова, наделенное свободами и богатствами тела снова? И также есть такая тибетская подговорка или высказывание, что когда у вас есть драгоценность, надо оценить это и использовать ее, потому что когда вы ее потеряете, будет уже слишком поздно. И это подобно тому, как если бы мы с вами пытались затолкать на высокую гору камень. То есть, прилагая усилия, мы все выше и выше поднимаем этот камень. И это подобно тому, как из рождения в рождение мы практикуем учение Будды, стараясь достичь полного пробуждения. Мы прикладываем усилия, и эти усилия приносят свои результаты. И если отпустить этот камень, то под силой собственной тяжести он сразу же упадет вниз, он скатится по склону горы вниз. И это подобно тому, как если бы мы начали совершать недобродетельные деяния. И совершая эти недобродетельные деяния, мы накапливаем недобродетельную карму и таким образом скатываемся вниз. Тогда ганцы яман роса ке сасан роже киде ресе, канга сусу лапан дио ресе. И теперь наше это рождение подобно границе, подобно рубежу. И мы сейчас, находясь на этой границе, на этом рубеже, сами определяем свое будущее. Це момбоджи ке та чо сиен давай орзе та, джема си ло джема си яго, джема сану там вайна тусу тинтинри шон ро ресе ра. Многие из нас желают практиковать учение Будды, желают практиковать дхарму, но они думают, что я это сделаю не сейчас, сейчас у меня нет времени, я это сделаю позже, я это сделаю в следующем году, я это сделаю потом. Но на самом деле наша жизнь очень быстро заканчивается, и в конечном итоге мы обнаружим, что у нас не осталось времени для практики учения Будды. И все мы смертны, то есть все мы однажды обязательно все мы умрем. Но когда наступит этот момент смерти, никому не известно. И когда мы умрем, то, что в самом деле сможет принести нам пользу, это те добродетельные деяния, которые мы совершали, и те духовные реализации, то есть реализации практики Будды Дхармы, которые мы достигли. И поэтому нам необходимо практиковать учение прямо сейчас, с этого самого момента,
но необходимо практиковать учение Будды, используют эту благую возможность уже сейчас. Один из известнейших ученых тибетского буддизма в одном из своих сочинений написал следующее четверостишие. Когда мне было первые 20 лет, то есть с рождения и до 20 лет, я даже не думал, то есть у меня не возникало мысли о практике дхармы. Потом, следующие 20 лет, я все думал, что надо бы практиковать учение. И следующие 20 лет я все откладывал практику учения, и таким образом мне уже 60 лет, а я так и не практиковал учение. То есть об этом вот, да, говорил Гунтхана Бучи в одном из своих сочинений. Ну и, конечно же, на самом деле, когда Гунтхана Бучи писал, то это не значит, что Гунтхана Бучи сам прожил такую жизнь. Но это он приводит этот пример, то есть он говорит об опасности такой жизни, об опасности траты впустую человеческой жизни. И поэтому очень важно памятовать о смерти. И это является как бы побуждением для нас. То есть такое памятование о смерти является побуждением для нас, побуждением для практики учения Будды. Да не бо не бо чита лемби чу тенджола не бо ла не се лети он ду себе сунро нам ду чу танс няза ленцу носо тонго Санджи Чанден Дэджи Чуджи Пумбо Чини Чи Сунба Нэ Сэнчэн Чи Тэн Дэ Йин Ла Тэнян Ngon Тау Нгэ Лэ Нгэ Лэ Ngon Тау Лэ Цан Дэ Цо Сунба Нэ Чи Бэ Чунг Ngon Сан Тэ Дан Тэ Му Йи Чу Ко Тэн Ду Хин Нгэ Лэ Лэ Нгэ Лэ Та Ба Цан Дэ Цо Сунба Нэ Чи Бэ Джин Ngon Сан Тэ Дан Тэ Му Йи Чу Ко Тэн Ду Ла Танчи Чэнба Дуба Лэ Цан Дэ Сунба Танчин Чибу Чинбу Чуку Дуба Йино Ду Чибу Чунчин Тан Тунму И Лан Гахи Чибу Чинбу Лан Чи Йенла Ду Гоба Ти Чеба Йинчи Чибу Чунчин Ngo Чи Лан Ла Чеба Нам Майин Тес Ngo То Цанхи Тунен Чи Ло Ти Чибу Чунгу Лан Ngo Тан Рандун То Таба Цанхи Тунен Чи Ло Ти Чибу Чинги Лан Ngo Йин Пес Те чене на чибу чембу лан чи коса чеби чуен тун джу ешо. Коса ингрова. Гульса ингрова. Диджела ян конги сунгидва. Гульса. Та лан чи коса седе. Чибу чембу лан гита пачи чесан тутелла вра. Коса чеби чуен тун джу ешо рос. Она тени туму и лан чита сена. Дипун гева джуби гоне гонто тюне чи лотес. Чибу чунгу дан тунгу и лан танц Коа ле чунду джи гуа не Таба тунген джи ло джи Чибу джин дан тунгу и лан ин тез Тен инга ан шансен джи джи ла ю чинс Тен нянс лен гу би шурос Кеде чибу чунджи ги лан ни Чибу чунбу лан джи Гу на дуа Коса ин на Ти ге сан мутен шу ин би шу Цан джи тав чан Майин бан джу ро шин на чу мен те Лан тени чибу чунбу Нюта санджи и ланчи, коса нюта санджи ала, нюгарин рабочира. Коса имби, те санджи и та маин чанса. Нера на ринчи джу ме те, санджи и та су чубала, гева чиян ме бишуру. Тея рани чибу шиде тюне чи, ло табу на, цо гумба ос. Нера на цо. Теперь мы переходим к следующему подразделу. Как вы помните, у нас было здесь два подраздела. То есть увещевание было увещевание наполнить это человеческое рождение, наделенное благами и свободами, смыслом. И второе — способы наполнения смыслом этого человеческого рождения. Теперь мы переходим ко второму разделу. И второй раздел делится еще на два подраздела. То как все изречения Будды собраны
точки зрения пути. И само изложение, то есть основная часть, само изложение практики. И теперь мы переходим к первому подразделу. И здесь говорится, что все те разделы учения Будды, которые были проповеданы Бхагаваном, то есть которые были проповеданы Буддой, были явлены или объяснены Буддой на благо живых существ. И из этих двух благ, то есть проявлено возвышенного, то есть проявлено возвышенное, как я уже говорил, как мы уже говорили несколько раз, это рождение в мире людей и богов, и определенное благое, то есть определенное благое, как уже говорили, это достижение освобождения и всеведения, то есть состояние Будды. То есть из этих двух благ главным, те учения, в которых главным образом объясняется, проявлено высокое, то есть перерождение, как обрести перерождение в мире людей и богов, это является истинным путем личности малых способностей или является циклом учений, учениями, которые являются общими с этим путем личности малых способностей. Из двух определенно благих, то есть достижение освобождения и достижение всеведения, те учения, которые связаны, которые стремятся, то есть с помощью которых можно достичь освобождения, то есть которые главным образом объясняют, как достичь освобождения, являются истинными путями, настоящими путями средней личности или являются учениями, которые являются общими с этими путями средней личности. И те учения, которые объясняют, как необходимо, каким образом достигается состояние всеведения, являются учениями, циклом учений великой личности с великими способностями. И здесь, когда мы говорим о путях средней и малой личности, то есть личности со средними и малыми свободами, когда мы говорим об общих путях этих двух личностей, мы подразумеваем, что они являются лишь ответвлениями или являются лишь частями пути личности с великими способностями. И таким образом здесь они объясняются в контексте пути личности с большими способностями, великими способностями. И здесь не подразумевается, что личность с великими способностями ведется по этим путям личности с малыми и средними способностями. Почему так? Потому что стремление к благим перерождениям — это истинный путь лишь для личности с малыми способностями. Стремление к достижению освобождения лишь для себя — это истинный путь лишь для личности со средними способностями. И если те, кто следует Махаяне, те, кто обладает высшими способностями, заходят, то есть следуют этим путям, то говорится, что это недостаток, то есть это порог, что это недостаток или порог того, что мы попадаем на пути, которые являются ошибочными с точки зрения Махаяны. Мы попадаем на пути, которые являются ошибочными с точки зрения Махаяны. И здесь необходимо задаться вопросом, то есть каким же образом они являются тогда общими путями для личности с высшими способностями? Стремление к определенно высокому, то есть стремление к перерождению в благих уделах с помощью или посредством оставления или избегания недобродетелей и совершения добродетели является путем, который является общим путем для высшей и личности, и низшей личности. Устремление к освобождению посредством освобождения из сансары, то есть является общим путем для средней и высшей личности. И все эти пути, как низшие пути, так и средние пути, они все присутствуют в потоке сознания бодхисаттвы, потому что их необходимо, бодхисаттве необходимо их практиковать.
И здесь возникает вопрос, если эти пути средней и низшей личности являются ошибочными путями для личности с высшими способностями, не являются ли они путями, которые не ведут, так как они являются ошибочными путями для личности с высшими способностями или неприемлемыми путями, не являются ли они путями, которые не ведут к, не являются, не обстоит ли дело так, что они не являются способами для достижения состояния Будды? Это не так. Эти два пути, то есть пути средней личности и низшей личности, хотя и являются ошибочными путями для бодхисаттв, то есть для личности с высшими способностями, и хотя они не являются истинными путями для достижения состояния Будды, но для шраваков и пратикабуд эти пути постепенно доводят до созревания их потоки ума и таким образом становятся методами для достижения полного пробуждения. И таким образом здесь говорится, что нет, в этом нет никакого противоречия. И здесь мы говорим об этом с точки зрения того, что главным образом, с точки зрения того, что это устремление к достижению лишь собственного блага. Касане ngoto gopan thakur ngatsu san jewal na milu matan di mundu esara. Ani ngatsu ane san jewal na thapa thakur esara. Te ane thumu gilang chadar te, samji sambage lantan chi cheba cha, lantan cheba cha, tini nyonglen chewal tini esara, tati ngewa yomarasa tanda zoti sangdu esara. То есть, какого же смысл этого высказывания? То есть, существует три вида пути. Пути личности с низшими способностями, пути личности со средними способностями и пути для личности с высшими способностями. Что значит пути для личности с низшими способностями? То есть это пути, которые ведут к достижению благих перерождений. Личности с низшими способностями, они желают всего-навсего обрести лучшие перерождения в следующей жизни. И личности со средними способностями, они желают всего-навсего освободиться, собственного освобождения из сансары, они желают освободиться из круговорота бытия. И это пути, которые ведут к достижению этого результата. Таким образом, бодхисаттвы, то есть личности с высшими способностями, они не стремятся к этим двум результатам. То есть они не стремятся просто обрести хорошее перерождение, это не является для них абсолютной или конечной целью. Они не стремятся к личному освобождению из сансары. Бодхисаттвы стремятся к достижению состояния Будды на благо всех живых существ. Но каким же образом эти два пути, пути личности малых способностей и средних способностей, являются общими путями для личности с высшими способностями? То есть каким образом пути шравак и пратикабуд являются, то есть личности с низшими и средними способностями являются общими для путей личности с великими способностями? Для того, чтобы достичь состояния Будды, необходимо обрести человеческое тело. И поэтому пути личности с малыми способностями являются общими для бодхисаттв, то есть для личностей с высшими способностями. Для того, чтобы достичь полного полного пробуждения, то есть состояния Будды, необходимо избавиться от омрачающих эмоций, то есть необходимо достичь результата, к которому стремятся личности со средними способностями. И таким образом бодхисаттвы, путь личности с высшими способностями включает в себя пути личности с малыми, хотя бодхисаттвы и не идут по истинным путям, то есть по настоящим путям средней и малой личности, но эти два пути являются общими для бодхисаттвы, для пути бодхисаттвы. Нибала сан, чиба чунгу да тумун лан, чиба джин да тумун лан, чиба чимбу лан, ма сос, томбо ла нинс, шума тюнен чи ло че ва, шума деи тау тенбо, томбо ла нинс, че ва ма даба санба, нинжу дунген санба ва, томбо ла нинс, та нинган чи ла наки ло танжа, цунда санда джитен ше ва, бомба ше ва жин, то жин, нинзен ку да нинбо лимба, джитен ламе нинли, танда даже тенге чан че ло сара, тиба чи ша ка че ра.
И далее мы переходим ко второму подразделу. Это, как вы помните, это была истина, то есть сама практика. И здесь у нас три подраздела. Общие пути, которые являются общими с путями для низшей личности, пути, которые являются общими для пути средней личности, и пути, которые истинные, или сами пути высшей личности, то есть личности с высшими способностями. В первом подразделе у нас два подраздела. Это зарождение, устремление к благу в следующей жизни. И второй подраздел – это опора на методы или использование методов для достижения счастья в следующей жизни. Первый подраздел делится еще на два подраздела. И эти подразделы звучат следующим образом. Размышление о непостоянстве и смерти. И второй подраздел – размышление о страданиях низших перерождений. И мы переходим к первому подразделу. И первый подраздел у нас – перевод этого четверостишия находится на странице 29 и начинается строки «труднодостижимое», четвертая строка. «Труднодостижимое или коразрушимое, оно подобно вспышке молнии на небе. Обдумав так, осознай, что все мирские дела подобны шелухе, поднятой ветром. Поэтому, денно и ночно извлекая из него суть, я, йогин Лама Цонгапа, так практиковал, и ты, ученик, стремящийся к освобождению, последуй моему примеру». Та, не гоняйся. Та, джунгу, пигу, не бакава, да, та, хе, ца, чира. А ну, чиджин, ма, джиба, лава, не, я, те, хе, ца, чира. Та, чиджин, ма, джиба, лава, не, пена, нанки, ло, нюту, джиба, там, джа, и цун, джа, са, не, джанду, не, джун, су, джидин, джи, ся, ва, кун, пена, нимбо, ми, би, шун, би, бу, ва, ся, ва, ген, ду, ту, ми, ба, то, бан, джун, не, цен, кун, ду, тен, ду, ла, нимбо, лен, ба, го, су, о, се. И здесь уже было объяснено, каким образом обрести, каким говорилось о том, что, то есть уже объяснялось трудность обретения этого человеческого тела с точки зрения причины, сущности и примера. Далее также очень легко понять, почему это, то есть мы говорили уже о том, что это причин для смерти очень много, и это человеческое тело очень легко разрушимо. То есть здесь можно привести такой пример, подобно тому, как молния вспыхивает в небе, она очень легко исчезает, и подобно тому необходимо думать, необходимо размышлять о том, что это человеческое тело очень легко потерять. И здесь приводится пример всех наших, то есть как пример всех наших мирских деяний, то есть деяний укрощения наших врагов и защиты наших близких. Все эти мирские деяния без сущности и бесполезны, и это подобно, как говорится в нашем тексте, подобно шелухе, поднятой ветром, то есть точно так же, как шелуха не обладает никаким зерном, то есть не обладает никакой сущностью, точно так же, как шелуха уносится ветром, так и все наши мирские деяния не обладают абсолютным смыслом. И понимая, что все наши мирские дела бессмысленны, необходимо приложить все усилия для того, чтобы денно и ношно, то есть постоянно необходимо прилагать все усилия для того, чтобы наполнить эту редкую возможность смыслом. Та сони да ниба ниду дунья самба тене варже та сони сунги дунья та та нявал дунья еда дунья ане тунду дунья тлоде та нявал сони дранья да еда дела яван та яван да сам мато жирекада ян ти жирекада джеки джари мато тусу я самаресе ти сосуга ланжен чембу ти сан пара лохин чиусера. И завтра мы продолжим со следующей темы размышления о страданий всех неблагих уделов. И мы не будем подробно останавливаться на страданиях неблагих уделов, потому что это займет очень много времени. Если вы хотите узнать об этом, то вы можете обратиться к наставлениям обширного Ламрима, там это подробно объясняется.
Я думаю, что было бы, наверное, хорошо, если бы мы сегодня не устраивали сессию вопросов и ответов. Почему? Потому что все то, что вы сейчас услышали, все еще держится у вас в голове. Если мы сейчас начнем сумбурно задавать вопросы, я боюсь, что вы позабудете все, что сегодня объяснялось. И поэтому было бы лучше, наверное, если бы вы поразмыслили над тем, что объяснялось сегодня, так, чтобы вы не забыли о том, что сегодня объяснял учитель.